Поймать рыбу мечты, чтобы отпустить обратно. В Первоуральске устроили полосатый фест. Его участники собрались на берегу Нижнешайтанского пруда. Вместе с ними туда отправились наши корреспонденты. Набережная Нижнешайтанского пруда усеяна рыбаками с раннего утра. Виталий один из тех, кто встал пораньше, чтобы принять участие в полосатом фесте, соревнованиях по рыбной ловле. Да, рыба кормится с утра, так что самое подходящее время. Днем уже, ну ближе к концу, наверное, соревнования, уже клев-то может сойти на нет. Так что ходим, ищем рыбу. Главное условие полосатого феста – рыбалка с спиннингом с берега. Организовал состязание Совет молодежи Первоуральского новотрубного завода ТМК. Турнир собрал почти 50 участников, большинство – металлурги. Турнир проводим с целью привлечь внимание к рыболовному спорту, сделать его более популярным. Мы хотели собрать сегодня в нерабочее время наших сотрудников для того, чтобы они обменялись опытом, пообщались именно, посоревновались, показали, на что они способны. Рыбак рыбака видит издалека. Участники договорились, что называется, еще на берегу. Будут соблюдать социальную дистанцию. Дело не только в профилактике коронавируса. Участники соревнований распределились по всей набережной. Расстояние между каждым не менее 5 метров. Это сделано для того, чтобы избежать так называемых перехлестов. Это когда при забросе спиннингов лески переплетаются. Разные города, разный возраст. Общее увлечение объединяет и взрослых, и детей. Я взял специально, чтобы у папы спиннинг, чтобы поймать рыбу. Какую рыбу поймал? Большую. Я специально костюм одел, чтобы рыба поймалась. Хорошо отношусь к рыбалке. Каждый день хожу на нее, можно сказать. В приманках весь секрет, да и все. Ну и вместе тоже, наверное. Очень хотелось попасть на этот фестиваль для тренировки, посмотреть, как другие спортсмены ловят. Опыт перенять у них, более опытных спортсменов. Среди полусотни участников одна женщина. Папа рыбачил, мужчина рыбачит, и я рыбачу. Вот. Из последнего осетр на 5800. Самы, карпы, форель. Более 400 окуней и одна щука – таков общий улов. Весь его после подсчета баллов рыбаки отпустили обратно в пруд, а в качестве наград победители получили дипломы, медали и денежные призы. Алексей Вербицкий, Андрей Волков, новости Первоуральска.